А уже завтра на нашем телеканале второй выпуск ток-шоу «Соль и перец». Тема «Как выживать тем, кто из-за ограничений по коронавирусу потеряет работу или бизнес». В студии у Светланы Дейнека, как всегда, те, кто за и те, кто будет возражать. Смотрите программу «Соль и перец» в субботу, 4 апреля, в 13 часов.